Добрый вечер, мои хорошие. Добрый вечер из Фрайберга. Вы на канале Mariana from Greece. Я сегодня решила вам показать наш городской пруд. И там центральная дорога, из-за этого вот так шумно. Кажется, тут комарики. Да, вроде комариков, я не знаю, я их не разбираюсь, не могу сказать, но их много. Прекрасно. Еще отражение в воде, вот это вообще шикарно вид. И хотела вам показать вот это дерево. Двойной шпагат. Ладно, пошутила я. Ребята, сейчас вы спросите, а можно ли тут порыбачить? Нет, к сожалению, тут нельзя рыбачить. Это строго очень тут. А пикник тоже устраивать тоже нельзя. Хочешь идти посидеть там, например? Да, можно. Но потом после себя убрать обязательно надо. А там... чтобы там сделать шашлык какой такой, ну, разводить костер, естественно, нельзя, будут большие проблемы. У нас 6 часов вечера, спокойно, хорошая погода. Вся неделя у нас была дождливая, и я не могла выйти, чтобы для вас снять ролик. Там напротив студенты играются, там футбольное поле. Там тоже студенты сидят, веселятся. Вот так, ребята. А как у вас погода? У нас, кстати, не жарко. Я слышу, я вижу, что в России очень жарко, невыносимо, духота. Но не хочу сглазить, но у нас хорошая погода. Хотя вся неделя была дождливая, но сегодня хорошая погода и солнце, тепло, не жарко. Ну что, мои хорошие? Спасибо за просмотр. Я стараюсь для всех вас показать красоту нашу. Желаю всем мира и добра. До встречи, мои хорошие. Спасибо вам.